Машина Нива Шевролет, замена генератора. Так, хочу показать, чтобы снять ремень натяжителя, надо открутить вот этот натяжитель, после чего не дергать за вот этот ролик, а открутить еще две гаечки, которые считаются фиксатором. Одна вот здесь находится за роликом, ее под ремнем практически не видно. Вторая находится вот здесь, которую вот сейчас вот так вот, чтобы было видно, которая находится вот здесь, а вот она, вот тут, я думаю, там видно ее. И потом, когда расслабить эти две гаечки, ролик вот так шевелится вместе с пластиной, которая и фиксирует натяжку ремня. Так, дальше поставим мы генератор и покажем, что будет, как натянуть ремень. Так, генератор прикручиваем. Сначала на маленький болт навешиваем генератор, он будет немного болтаться, его сразу наживляем, потом снизу вставляем длинный болт, тоже его наживляем, и можно будет его затягивать до конца, потому что регулировка у нас идет на ролике. Не забываем смазывать чем-нибудь, потому что если вы ставите новый генератор, а не какой-то с разборки, то он у вас прослужит долго, и за это время могут окислиться, потом будут проблемы вытаскивать их или придется выбивать каким-то образом. После того, как вы натянули ремень, закрутили он те две гаечки фиксирующие, не забывайте закрутить гайку самого натяжного болта, которая находится вот тут вот. Вот она. Сейчас я ее... Так, вот эту гайку натяжного болта не забываем тоже затянуть. В принципе, готов. Натяжка примерно должна быть вот такая. Вот, смотрите. Примерно ремень на 45 градусов должен поворачиваться. Потом прикручиваем сзади провода, накидываем клеммы на аккумулятор и смотрим, так, как все установил. Теперь будем заводить. Аккумулятор я не заряжал. Посмотрим, как будет зарядка идти или нет. Ага. Зарядка, значит, идет. Видите, аккумуляторик погас. Теперь посмотрим, что у нас там получилось. Так. Все работает довольно-таки неплохо. Всем спасибо за просмотр. Ремонтируйте машины, ничего сложного в этом нету.